Дмитрий Парамонов, нахожусь территориально в Екатеринбурге, представляю компанию EPC by Schneider Electric, работаю с региональными заказчиками Уральского федерального округа. Вот. Соответственно, предлагаю весь спектр решений, которые есть у компании EPC и, соответственно, у компании Schneider Electric. Это комплексные решения, которые включают в себя не только построение инфраструктуры центров обработки данных, но и несколько шире, да, учитывая, что мы входим в концерн Schneider. Мы предлагаем там шинопроводы, там, подстанции, то есть можем сделать инженерную инфраструктуру здания даже. Понятно. А насколько это актуально сейчас и востребовано нашими заказчиками? То есть, есть ли вот такие заказы, вот, когда заказчики приходят и говорят, постройте нам все, да, то есть от шинопровода до, там, скажем, до конечного решения, до управления, до СКУ? Таких заказчиков я не скажу, что много, да, в основном это федеральные структуры, ну, например, там, не знаю, Сбербанк, РЖД, да, но региональные банки начали строить подобные вещи. Ну, в прошлом году, даже вот если мы находимся в Челябинске было достаточно много таких проектов. Понятно. А скажите, какие вот у вас есть новинки, которые вот появились в 2011 году? Что вот из интересного? Из интересного? Может, какие-то новые компании приобрелись с новыми решениями? Вы сейчас спрашиваете про регион или про компанию EPC? Про компанию EPC. Компания EPC приобрела как компанию Uniflair, да, если мы последний там, год-полтора предлагали только рядное кондиционирование. На данный момент мы предлагаем и стандартное, прецизионное, периметральное. Там спектр достаточно большой и фреоновых кондиционеров, и, соответственно, чиллеров. Вот. Кроме того, появилось некое решение, достаточно интересное пока для нашей страны, под названием «Экобриз». Это достаточно эффективная, очень эффективная на данный момент, я думаю, что даже самая эффективная система охлаждения, которая есть на рынке, да. Но таких инсталляций в России пока там одна-две. Но уже есть? Ну, вот, насколько я знаю, заканчиваются такие инсталляции. Понятно. Должны вот-вот-вот-вот-вот быть. А насколько эффективна эта система? Я, насколько понимаю, это же самая главная эффективность. Да, самая главная эффективность. Система позволяет от стандартных систем охлаждения экономить порядка 40% в бюджете электроэнергии на систему охлаждения. За счет, ну, практически постоянного фрикулинга. А вот когда делается вся система, вот есть у вас какая-то система контроля, система управления, то есть всего, всем вот комплекс, то есть что-то компания предлагает? Вот. Безусловно, если мы говорим про серверное ИЦО, есть система управления, которая может работать с любым оборудованием EPC, и не только EPC, да, в том случае, если оборудование поддерживает там, определенные протоколы. Если мы говорим про инфраструктуру здания, да, то в составе Schneider Electric есть компания TAC, у которой есть подобного рода решения. А, скажем, вы занимаетесь только крупными проектами, вот если к вам придет заказчик там, с небольшим проектом, насколько это вот интересно для вашей компании? Безусловно, интересно. Мы не делим заказчиков там, на маленьких, на мелких и крупных. Угу. Безусловно, в любом случае они получат квалифицированную консультацию, мы подготовим решение. Без проблем. А источники бесперебойного питания какие-то есть у вас, там новые какие-то решения, или все достаточно, уже давно все, ну, разработано? Ну и... да, что касается источников бесперебойного питания, все достаточно консервативно. К сожалению, новые технологии есть, но они пока не внедряются в жизнь, ну, находятся еще в состоянии, в стадии разработки. Вот. Появится новый источник Galaxy 6000, я думаю, что это произойдет вот-вот. А очень скоро. Какая будет технология, известна? Да, там, опять же, ничего нового, просто некая новая модель, да, в нашем ряду. Mm-hmm. Но вот, там, а какой мощности будет? Затруднюсь вот так вот из головы взять. То есть надо посмотреть пресс-релизы. Но... А как вот вы оцениваете вот конференцию? То есть как, есть какая-то оценка? Ну, мы участвуем в подобных конференциях не первый раз, участвуем с удовольствием. Эффект от этих конференций очевиден, иначе мы бы не участвовали, не продолжали участвовать. Соответственно, готовы участвовать и в дальнейших подобного рода конференциях. Достаточно хороший эффект, очень интересное общение. Просто вот конференции монобрендовые, да, они, мне кажется, сейчас они стали не очень интересны быть заказчиком, да, здесь встречаются и заказчики, и партнеры, да, и там конкурирующие бренды, да, всегда, во-первых, можно пообщаться, посмотреть, у кого что, ну и, соответственно, это дает определенные, ну, там, преференции для заказчиков, они имеют больше возможности выбрать то решение, которое их больше всего устроит, там, по цене, по
технологичности, еще по каким-то параметрам. А вообще, вот как вы оцениваете атмосферу? То есть это вот что такое? Это вот классическая такая конференция, где вот все сидят, вот, что-то там забили? Или это вот какое-то действительно вот легкое такое? Нет, живое легкое общение, люди раскрепощены, задают очень много вопросов. Ну, людям нравится, в моем понимании. Очень интересно. Понятно. Спасибо большое. Надеемся, вам спасибо, что мы увидим вашу компанию в Санкт-Петербурге, в форуме. Безусловно. Уже решение, я знаю, принято. И будем очень рады, что если вы что-то продемонстрируете из новинок. Ну, я думаю, что коллеги мои из Санкт-Петербурга постараются. Понятно. Спасибо, Дмитрий, большое. Вам спасибо.